девочки, первый раз я в Талант Гэллери, но сегодня мы пойдем в Кируен Синема. То есть первый раз я здесь. Такой небольшой обзорчик. Посмотрим, как сюда нужно заходить. Так, заходим в Талант Гэллери. Такой ветер сильный. Так, проходим. Сейчас я ее подожду. У охраны еще спрошу, где находится Кируен Синема. По-моему, это второй этаж, насколько я это знаю. Так, я спросила у подруги, на каком это этаже. Она пока не отвечает. Но мы пока вот так немножко обзорчик сделаем. Вывеска была на втором этаже. Я все-таки думаю, что это второй этаж. Смотрите, там бутик Валентино, Бёрг, Роликс, Вайлд, Булгари, Бакарат. Сейчас будем искать. Сейчас посмотрим. Так, еще такие магазины, как Чопард, Тиффани, Дормани. Все-таки, наверное... А, вот я вижу Кируен Синема. Такие прикольные сиденья. Очень красиво. Я, наверное, здесь посижу пока. Подожду свою подругу. Так все умиротворенно, людей очень мало. Украшения такие красивые, дизайн. Так, в кино я оделась просто, обычно. Сейчас сделаем небольшой обзорчик. Еду я, получается, в Талант Гэллери, в кинотеатр, и таксист мне говорит: вам что, в отель? Поздно вечером. Он, наверное, подумал, что я какая-то эскортница. Мне так неудобно стало. Я такая: вообще-то я говорю, в кинотеатр иду. Он такой: ой, да, извините. Просто название такое. Я буду знать, что здесь кинотеатр. Я думаю, капец. Здесь такие дорогие бутики, что я даже, знаете, боюсь здесь пройтись. И вообще боюсь туда заходить. Там, наверное, какая-нибудь юбка за 2-3 миллиона. Лучше, думаю, здесь пока посижу. Так, аватар вот будет у нас. Ваканда навеки. Сюда мы заходим. Здесь есть бар. Знаете, что вип-залы делятся на голд, если вот вы видите название. И на платину. Мы пойдем в голд. Туда. Между прочим, тут есть клининг, и после каждого сеанса здесь идет уборка. Так, мы зашли в зал. Вот так вот все выглядит.